С доступом к zaes.avi? Ну, погоди! Неправильный ты, волчара, бутерброд ешь. Ты шо, веган? Да, хозяева у меня кукушкой поехали. То в ремейках снимаются, то в веганизм вот ударились. Соболезную! Надоело капусту есть. Поделись кусочком, а? Ну ты это, заходи, если шо. Шо? Опять? Молодой человек, вы вчера мне так изящно починили утюг, что я сегодня пришла к вам снова с чайником. Вот, посмотрите чайник, да посмотрите же чайник. Ах так? Работа такая. Шо? Опять? Во. Видеокарта сдохла. Иди покупай. Внученька, посмотри, каким я был молодым. Принеси, пожалуйста, мне молодильный. Ну, наконец, купил компьютер со скидкой. А то все без скайпа да без скайпа. Так и умереть можно. А как тут с деревней связаться? Пойду разбираться. Спокойной ночи, дамы и господа. Ой, что же в мире происходит? Иду, иду. Кузяврик, ты рыбу пришел кормить? Так ты давай заходи, сейчас чайник поставлю, чай попьешь. Что-то ты давно ко мне не заходил. Случилось что это? Как дыра в стене у волка? А что если дом обвалится? Я хочу жить в своей квартире, а не в его квартире. Да, надо что-то делать. Пойдем к управдому. Хорошо живет в подъезде управдом. Деньги собирает он успешно в нем. И неважно, кто не платит, он башкой всем мед макает. Если, конечно, вовремя не заплатит. Да! Уйди от меня, медведь! Где деньги, Ословский? Почему за квартиру не платим? Да я тут вообще не живу. У меня домик у озера. Я повторю вопрос. Не знаю я, где деньги. Зачем ковер-то портить? Теперь ты ответишь, где деньги? Не знаю. И где ты новый ковер достанешь, тоже не знаю. И в гости я к тебе ходить больше не буду. Странные у тебя конкурсы. Это что я? За так ковер медом вымазал? Ну вот, а он задавал стиль всей комнате. Что это? Напряжение? Он повышает напряжение. А зачем?
Он будет майнить! Матраскин, здравствуй, а ты куда пошел? Да вот несу компьютер возвращать. Это кто с пробками балуется? Это волк, я точно знаю. Сначала дыру в доме сделал, теперь наверняка сидит и утюг электрический в розетку включает, чтобы навредить. Мы уже к управдому на него жаловаться пошли. Кто весь день играет со светом? Не хватало мне еще пожара. Это волк, да-да, волк. Пойду достану еще меда. Ты как это, и там свет отключаешь, и автобус ждешь? Я создала фейковую страницу на сайте знакомств и дала всем свой номер. Давай проверим, как... Вот поэтому нужно клеить тонировку правильно, а не шиворот на выворот. И так сойдет. Эй, вы, консультанты! Что можем для вас сделать? Вы что, за меня все делать будете? Ага! И комп соберете, и Windows поставите? Ага! Ну тогда мне две материнки, три видеокарты, 32-ядерный процессор, корпус с лампочками, мышку Raptor, клавиатуру с гирляндой и вентилятор для охлаждения. Этот? И так сойдет! Я водяной. Вы говорил бы, кто со мной, а то мои подружки, насосы до заглушки. Фу, какая гадость! Врача! Вызовите врача! Позвольте представиться, я доктор Липсинг. Выводи же, голубчик, сейчас. Сейчас доктор будет вас слушать, да. Замечательно, прелестно, да, понятно, да. У вас, дорогой мой, кулеров не слышно. Они у вас перегрелись, да. Пойдемте со мной в больницу. Вы что мне продали? Корпус как корпус, вас что-то не устраивает? Он не запускается. Понаделают дешевого барахла по 40 гривен. Но это только корпус. Вы туда комплектующих на 20 рублей поставьте, и все будет работать. Придется Шанька опять в рабство продавать. А можно этот корпус назад сдать? Ну ладно, давайте сюда документ, подтверждающий покупку. Вам документы нужны? Вот мои документы. Да понял я, что ты, Матраскин, слезь уже со стола. А ну верни деньги быстро. Как же задолбало на приемке работать, одни неадекваты. Ну и пожалуйста, ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Не хочу тут работать, пойду как-то в торфянике устрою с пацанами. Что же все такие неженки-то? Ну ладно. Шарик, ко мне. А эта видеокарта сколько стоит? 40 000! Сейчас я посчитаю, хватит ли мне. Нет, нет! Один, два, нет, я сам.
три, четыре, да, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Все ясно. Видеокарта, термопаста, шлейф. Пройдемте. Раздевайтесь. Давайте. Ну, крысы, погодите. Прости нас, капитан. Тысяч 996. Да задолбал ты уже, козел щитовод. Погодите, ну вот, сбился. 1, 2. Какой цивилизации лучше всего начинать игру? Испании. У испанцев выше доходность по ресурсу. Захожу я как-то в Даркнет. Вы не были в Даркнете? А майор мне и говорит. В Даркнете. Не был я ни в каком Даркнете. У нас и здесь торрент халявный. Гав! Гав, ты балбес. Счет за электричество. Ну, энергосбыт, погоди. А у вас молоко убежало. Печка! Ну, здравствуй! Печка! А печка! А запеки мне анимацию! Да пожалуйста! Только напиши сперва сценарий, нарисуй концепт персонажей, за модель, за текстуры, на скелет создай, окружение продумай, свет поставь, да анимируй! Будет сделано! Эй, сценарист! Напиши мне сценарий! Дальше я сам. Чё это оно артефактами пошло? И так сойдёт. Сейчас я как всё это заанимирую. Ну ладно, отрендерится как-нибудь. А что это так бумкнуло? Заткнись, свинья, я думаю. Я вам точно говорю, это волк бумкнул. Сверлит сегодня весь день, у меня из-за него голова болит. А вот теперь глядите, уже дом ломаться начал. Волк, говоришь? Смотри, что мне из энергосбыта пришло. Этот волк вредитель, натуральный вредитель. Что же в мире делается? Столько электричества, цветы полили. Смотрите, Кузяврик сделал плакат! Значит так, сейчас мы пойдем в квартиру к волку и спросим, кто растратил всю электроэнергию. Молодец, человек-вентилятор! Держи, вандала! Заяц! Прибились ты во все долги! Заяц! Пусть знает, как стены ломать!
Вот! Волк, 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 волк! Вы меня раскрыли, но вам все равно меня не победить. Я зарядил свою батарейку, и теперь я развалю это здание. Волк, 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 волк! Кузяврик, смотри, этот двуличный заяц лицемер воровал электричество у волка, негодяй, нахал, подлец! Здравствуйте, я доктор Липсинг. Вы тут случайно не слышали небольшой бум-бум из-за слишком усердного рендера? Ну что вы, разве этот боевой зайцеподобный робот похож на пекарный до производства анимаций? Может быть, вы еще подумали, что это... Майнинг-ферма? Нет, это всего лишь машина смерти. Меня такое не интересует. Ну ладно, так и быть. Избавлю вас от вашего зайца. Что это было? Ну, вообще-то, это было то, к чему мы катимся, если обсуждать вариант, что мы к чему-то катимся. Потому что, когда мы к чему-то катимся, это значит, что у нас есть процесс катания. Во время процесса катания мы катимся. И это катание происходит во время прокатывания на прокатном станке. Чего? Ну что ж, пацантры, спасибо за просмотр. Это был Союз Экзе целиком. Спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите меня. Всем пока!